Всем привет, дорогие друзья! И вот долгожданный результат 1-4 Лиги Чемпиона. Жеребьевка прошла успешно. И вот эти пары 1-4, не доигравшие еще матчи у нас. Это Манчестер Сити, Реал и Ювентус Лион. Они будут играть между собой. То есть, кто выйдет, Манчестер Сити или Реал, будет играть с Ювентусом или Лионом. Дальше Лейпциг Атлетико, Бавария Челси, Барселона Наполи и Аталанта ПСЖ. Вот такие у нас пары, что можно сказать. Моя реакция на эту жеребьевку. У меня была на втором канале по этой жеребьевке стрим, поэтому я смотрел. И давайте начнем именно с, наверное, самого такого интересного. Это Манчестер Сити, Реал, Ювентус Лион. Здесь, мне кажется, я как болельщик Реал не могу сказать, что Реал проиграет, поэтому я думаю, что Реал пройдет Манчестер Сити. Хотя Сити сейчас очень мотивирован на эту Лигу Чемпионов будет, поэтому будет тяжело. Что касаемо Ювентус Лион, здесь будет интерес в том, что Ювентус, сможет ли он пройти Лион, я думаю, да. Ювентус и конкретно Роналду настроен на то, чтобы проходить и там сыграть, возможно, с своим бывшим клубом Реалом. Поэтому интересно, очень интересная пара будет. Что касаемо Лейпциг-Атлетико. Лейпциг-Атлетико тоже интересно, потому что, да, Лейпциг потерял своего форварда, но Лейпциг — это немецкая команда, которая тоже умеет обороняться, как и Атлетико, но все же за счет опыта, я думаю, мадридцы пройдут немецкую команду, так что здесь попроще. Что касаемо Барселона-Наполи, здесь Барса за счет, возможно, гения Месси пройдет Наполи. Что касаемо Баварии и Челси, Бавария, конечно, сильнее. Бавария сильнее, и они уже первую игру выиграли 4-0, там без шансов для Челси, я думаю, это 100%. То есть пара Барселона-Бавария, это очень интересно, ребят. И там уже будет решаться именно мелочи. Мелочи, кто в какой форме будет. Левандовский, Месси, там Суарес, не знаю, Мюллер. То есть там уже тренерская игра, возможно. Ну там именно детали решат исход этого матча, возможного Барселона-Бавария. Я думаю, что все-таки именно такая пара будет в 1-4. Аталанта ПСЖ. Ну, здесь, ребят, возможно, ПСЖ повезло, но я так бы не сказал, потому что ПСЖ закончили чемпионат еще раньше. ПСЖ сейчас вообще не играет официальных матчей, Аталанта набрала форму. Они в Италии сейчас идут практически на втором месте. Они в отличной форме, у них есть хорошие футболисты. Без травм практически в ПСЖ, непонятно, в какой форме лучшие футболисты, там Мбаппе, там, да, и остальные, Неймар, Икарди и другие футболисты. То есть непонятно, в какой форме сейчас ПСЖ, Аталанта сейчас на ходу, поэтому я бы не сказал, что ПСЖ здесь явный фаворит, но 60 на 40, конечно, в пользу ПСЖ. И вот уже 1-2 финала. Здесь тоже провели жеребьевку, то есть первый победитель четвертьфинала 1 это Сити, Реал, Ювентус, Лион, будет играть против Барселоны, Наполи или Баварии. То есть, возможно, такой исход, что будет Реал, Барса, или будет Бавария, Манчестер Сити, или будет Ювентус, Барса, или Бавария. То есть, здесь интересный матч по-любому будет. И вторая пара, это победитель второй, то есть Атлетико, Лейпциг, возможно, Атлетико. И победитель, как мы видим, четвертой, вот там видно, четвертой, это Аталанта ПСЖ. То есть Атлетико ПСЖ, возможно. То есть у нас 1-2 финала будет очень интересная, ну и финал там понятно. И в принципе, ребят, если вы скажете, кто фаворит этой Лиги Чемпионов, если брать объективно, откинуть свои личные там, да, команды, то я бы сказал, что сейчас самая подготовленная команда к выигрышу Лиги Чемпионов — это Бавария. Они сейчас в самой лучшей форме, поэтому такой мой прогноз, что Бавария сейчас фаворит на первом месте на победу Лиги Чемпионов. Пишите обязательно в комментарии, как вы думаете, кто пройдет в 1-2, кто выиграет из этих пар, что остались, кто пройдет дальше в 1-4, так скажем, да, Сити или Реал, Ювентус или Лион, то есть Барса или Наполи. Пишите в комментарии, будет интересно почитать. И не забываем подписываться на канал, ставить лайк. И до новых встреч, ждем жеребьевку Лиги Европы.